Азаза в студию. Ты не блогер, если у тебя нет вот этого. «Лето – это маленькая жизнь» пел один из известных российских бардов. И это самое хорошее начало записывать, начинать записывать свой видеоблог. Если вы до сих пор этим не занялись или, допустим, занялись, но ищете на YouTube видосы, которые вам помогут в развитии, то я вам сейчас покажу штукенцию, без которой никакой видеоблогер не состоится. И это находится вот в этой упаковке. Давайте посмотрим. Я начинаю. Поехали! Любое знакомство с посылкой из Китая, в том числе даже если вы хотите стать видеоблогером и покупаете себе необходимые причиндалы для того, чтобы успешно этим заниматься, начинается с упаковки. Нам доехало все в течение 2 недель, даже меньше, дней 10. Подробнее по ссылкам в описании, посмотрите, пройдите, тем самым вы поможете в развитии моего канала, если вам не все равно. Азаза в студию. Упаковано все достаточно хорошо, я уже вскрыл для того, чтобы мочь снимать все это дело с телефона одной рукой, потому что полноценный видос, конечно, это же недостоин. У нас есть упаковка, у нас есть пупырчатая пленка, и давайте посмотрим, что там внутри. Настоящие видеоблогеры снимают на подворотнях, а не в студиях со съемными ребятами, с нанятой командой и вот это вот все. Мы говорим именно о трублогинге. Покупая данную штукенцию по ссылкам в описании, всего за 9,99 баксов, вы получаете следующее. Товарняк упакован, смотрите, как замечательно, то есть по-любому доедет и не разобьется. После того, как вы вожделенно почухаетесь с этой посылочкой минутки две и не сможете ее открыть и плюнете на все, вы просто будете кайфовать. Ну а после того, как вы ее открыли, вашему взору предстоит вот такая вот сексуальная коробка. Коробка у нас обычная, картонная, ничего из себя такого не представляет, поэтому я думаю, она сможет выдержать даже вот такое вот падение. Но даже если вы конченый вообще в этом плане сорвиголова, вы можете подкинуть, и ничего с этой коробкой не произойдет. После того, как вы вдоволь накидались коробкой, можно ее открывать и смотреть, что у нас внутри. А внутри у нас вот такая вот штукенция. Этот прибор... Нет, это на самом деле прибор. Это незаменимая вещь для любого человека, кто снимает фото, видео, в том числе хочет записывать свои видосы для YouTube. Этот прекрасный красно-черный прибор заменит вам, можно сказать, ваши руки. Он будет сопровождать вас в поездках, на даче, на работе, в школе, если вы учитесь, студент, если вы в университете. И при этом хотите снимать ровные, классные, четкие видосы, и у вас должны быть всегда свободные руки. Стена может быть не только кирпичная, но еще вот в такой вот квадратик. Снимаем полиэтилен резко, дерзко и смотрим, за что мы заплатили. Ну да, это не Майнфрото, но и цена не 2990. За весьма скромные деньги вы получаете вот такую вот треногу, которая может вот таким вот образом держаться на поверхности. Есть плавающая шарнирная голова, вы можете держать этот штатив прямо в руке, и вам будет удобно. Все сделано из пластика, пластик такой достаточно суровый, можно сказать, почти челябинский, но при этом он не остается быть нормальным, приятным, тактильным на ощупь. Самая важная часть в любом штативе – это его голова. Да-да, друзья, не удивляйтесь, именно голова. Здесь она выполнена из какого-то металла, скорее всего, это сплав алюминия, и она очень-очень плавно вертится, прямо на 360 практически градусов по своей оси. Есть дополнительная голова, которая поможет вам вращать все это дело, она при этом съемная, и вы можете просто снять, и у вас останется, скорее всего, обычный крепеж под фотоаппарат. То есть, если вы не хотите пользоваться этим, вы можете снять и пользоваться так, как оно есть. После того, как вы записали свой первый видеоролик, обязательно уберитесь после себя, после своей распаковки, потому что же вы же не какой-то чмошник. Вы человек культурный и всегда убираете за собой мусор. Ну а пока начался дождь, я попробую успеть дойти до дома, добежать и начать пить горячий какаошку и делать для вас этот выпуск. Перед тем, как серьезно начать видеоблогинг,
свой канал на YouTube, всерьез задумайтесь, это очень нелегкая задача. Вам придется нанять студию, снять студию, нанять команду режиссера, монтажника, сценариста, СММщика. Вообще это дело затратное и ни хрена не выгодное. Поэтому, если не хотите пропустить дешевый штатив с Китая, как true блогер, пожалуйста, переходи по ссылке в описании, посмотри цену, если все устраивает, заказывай, покупай, вообще красавчик, Вася, отвечаю. Совсем скоро увидимся, если досмотрел до этого момента, пиши, что ты супергерой, Дональд Дак, хэштег наш любимый. Ну и совсем скоро увидимся в новом выпуске. Пока! Короче, пацан Трэд, тут еще уникальная запатентованная система, короче, видите, он максимум, то есть дальше он как бы не сгибается. Здесь китайцы придумали вот такой вот переключатель, на него переключаешь, короче, и он вообще просто в пол ложится. Это очень-очень уникальная штука, нигде больше такой нет.